рады видеть у вас на входе нашего левого Донецка. Будем иметь славу смогу церемонию обменивания словенцев, живых на словенцев ветеранов. Переходим в день тих славностных обмен. Тепло медалі буду одоздане меморіальним сповномоченням Велесланцем Руської Федерації Словенської Республіки Олексію Юрійовичу Телопову. Також зачнемо з обменювання. Розказом президента Руської Федерації від 13 юна року 2019 юбилейна медаля 75 років вітчизни у Великій Весняній Скавоні 1941-1945 удилюють. Камалової, Ферзані та Духови. Нехто там. Бабуля, бабуля, вставай, не дай тебе. Зараз я подойду, подивіться. Так, це удостоверення. Спасибо вам. Юбилейна медаля 75 років вітчизного Великої Власіння Скривоня са уділюю Мінаровичу Штефану. Штефану. Самые добрые пожелания. Так что здоровья доброго, всего самого хорошего. Юбилейна медаля 75 років вітчизного. Можемо так. Давайте фотографируйте оттуда, ребята. Мы так встанем сейчас, смотрите, вот так мы встанем. Давайте сюда пройдем немножко, а вы оттуда фотографируйте. На фоне знамен, пожалуйста, приходите. Получилось все хорошо? Спасибо большое, садитесь, пожалуйста. Юбилейна медаля 75 років вітчизного Великої Власіннєцької воні са уділюю Карлові Кунові. Здравляю вас, самые добрые пожелания. Спасибо вам. Спасибо. Так, у нас сейчас большая задача. Учить молодых. Знать что-то вреда. Да не только молодых, если еще учить надо кое-кого. Давайте сейчас сфотографируемся здесь. Все, спасибо. Юбилейна медаля 75 років вітчизного Великої Власіннєцької воні са уділюю Молитовецькові Юлюсові. Так, я вас
поздравляю. Самые добрые пожелания. Быть в строю. Всем отдельный почерчи. Мы вам будем вдячны. Вдячны за все, что вы родили при нас. От этого скоро мы покупаем. Юбилейна медаля 75 років вітчизного великого власненецька воді Саудію Янові Кудікові. Поздравляю вас. Самые добрые пожелания. Я смотрю, медаль вешать. Я буду точно. Осталось местечко. Совсем немножко. Спасибо вам огромное. Важна дама пані Тубова, посвідна, була посвідна медаль, також обмінювання укінчилось. Дякую, Андрій. Дозволю собі сказати пару слів, уважаемые ветераны, дорогие ветераны, дорогие друзья, дамы и господа. Мне было сегодня очень приятно выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить вам государственные награды Российской Федерации, памятные медали 75-летия Победы. Я бы хотел поведать пару слов, уважаемые ветераны, уважаемые приятели. Я сам очень рад реализовать рассказ президента Российской Федерации а одоздать несколько штатное визнаменание ветеранам при приближении 75-го вирушения Витязьского Великой Властенецкой войны юбилейной медали. Огромное удовольствие сегодня вас лично здесь поблагодарить за то, что вы мужественно, героически сражались на фронтах Второй мировой войны, боролись с фашизмом плечом к плечу с советскими солдатами. Я то велика радость при мне, что я могу вас днеска выдрить дяку за то, что вы воевали с полом с советскими вояками почас Другой Световой войны и воевали против фашизма. И я очень рад, что мы можем сегодня здесь лично, именно лично поблагодарить вас и в вашем лице всех тех, кто воевал, кто сложил свои жизни за нашу свободу, за нашу независимость. В боях против фашизма. Я то невелика радость, что особенно, главное, особенно можно вас, вам подякувать несколько, ай вуцить памятку тех, которые загинули почас Другой Световой войны, почас боев против фашизма за нашу свободу, а не зависимость. Я очень рад, что в годы войны, благодаря этому боевому содружеству, между нашими отношениями сформировалась очень мощная база. База отношений, на которой мы до сих пор строим наши отношения, наше сотрудничество между Российской Федерацией и Словацкой Республикой. Знаю, мы рады, что почас Другой Световой войны Совет творил между нашими народами заклад, на котором несколько будуем, а и сучасне встряги между нашими краями, русским и славянским. Я очень рад, что сегодня мы с вами находимся с вами, с поколением победителей, находимся в одном строю. Сам очень рад, что днеска сполу с вами, с генерацией витязов, стоим в одном раде. И в этом строю мы вместе с вами защищаем и память тех, кто воевал, и правду о Второй мировой войне. В том-то раде сполу снажимся сохранить памятку о Другой Световой войне, а о тех, которые загинули почас той войны. Для нас, для нынешнего современного поколения, это крайне важная задача, поскольку мы видим, насколько активно ведут себя неонацистские, реваншистские силы, что они делают на Украине, в странах Прибалтики, рядом здесь, в соседних странах. А это мемориальное двоежитие про нас, про нашу генерацию, про это же видимое, как активнее активную чинность неофашистских, реваншистских сил, что робят на Украине, в соседних краях, а в Прибалтике. Я хочу особо отметить, что здесь, в Словакии,
Нам это доставляет огромное удовлетворение, радость. Словакия – одно из самых видных мест среди общественных организаций, занимает Союз бойовников антифашистов. А особенно бы сам хотел сейчас поведать о одной из наивизнавнейших организаций на Словенску, в том то смысле Словенский звезд против фашистских бойовников. Что, благодаря этой организации, благодаря ветеранам прежде всего этой организации, в Словакии существует, на мой взгляд, самый настоящий антифашистский мейнстрим. Вдяка этой организации, а вдяка ветеранам с этой организации, тут на Словенску экзистует истый антифашистический мейнстрим. Я очень рад, что антифашизм является темой национального согласия в Словакии. А сам был рад, что антифашизм, идея антифашизма закладными на Словенску. И я хотел поблагодарить присутствующее здесь руководство в лице господина Сечкера, господина Лонгауэра, руководство Союза боевников антифашистов за ту работу, которую они делают ради этих целей. Я бы сам хотел подякувать ведению Словенского звезда против фашистских бойовников пану Сечкару и пану Лангауэру и несколько притомных за ту чинность, которую в этой области робят. И мне очень приятно, что Союз бойовников антифашистов активно работает и сотрудничает, имеет общие проекты с российскими ветеранами. А особенно рад, что Словенский звезд против фашистских бойовников сполупрацует на сполучные проекты и с русскими ветеранскими организациями. Тем более мы все понимаем, что фашизм был побежден, но фашизм не был уничтожен до конца. Окрім того, все добре хапаємо, що фашизм був поражений, але не був знищений уклоне. І сьогодні я хотів ще особо поблагодарити і Союз бойовників антифашистів, і руководство Словацької Республіки, і руководство на містах, ведення і краєв, и опции за то внимание, которое они уделяют сохранению памяти о тех 63 518 красноармейцев, которые погибли и похоронены в Словацкой земле. Несколько бы сам хотел подяковать ай Словенскому звезду против фашистических бойовников, ай ведению мест, а опция краю Словенской Республики за ту, за тен встяг к 63 518 позорний стяг 63 518 падлих веку Червоної армії. І в заключенні я хочу ще раз поздравити всіх награждених, поздравити з награжденням, поздравити з наступаючим праздником і пожелати, звісно, вам здоров'я. Здоров'я, залишатися в такій же хорошій бойовій формі, з тим, щоб ми з вами вместе могли не тільки відмічати праздники, але й відстоювати вот эту вот задачу сохранения історії, пам'яті о Второй мировой войне. А особливо би сам хотів ще раз гратулувати всім, хто були днеска відмінені ювілейними медалями, а також гратулувати к надходжуючому святку, а зажелати передовсім гарного здоров'я, аби ми могли і далі робити чинності, смеруються к захованню історичної правди Другої світової війни. Еще раз доброго здоровья. Я предлагаю поднять бокалы за победу. Вот у нас сейчас. Еще раз. Выпьем по глоточку за победу. Штыргнем, а потом сфотографируемся вместе. Хорошо? Прошу вас. Ну, остальным давать не будем, потому что им еще. Лен, предложи, пожалуйста. Так, ну что? Давайте, дорогие друзья, давайте. За праздник, за победу. А вам? Так.